Специалисты библиотеки совместно с музейно-выставочным центром ведут работу по созданию книги памяти «Память сильнее времени» о фронтовиках, участниках Великой Отечественной войны. Данная работа нашла отклик у горожан, достаточно большой материал уже собран. И не только назаровцами, но и жителями Назаровского района. В данный момент сейчас весь материал уже у нас, мы собрали, и у нас сейчас этап редактирования. Планируем, в планах есть, 9 мая выпустить эту книгу. На какие средства вы ее издаете? Есть ли на это средства? Планировали или нужно еще? То есть вот... Можно пояснить этот вопрос? Сколько экземпляров, как они будут распространяться, нужно ли? В первую очередь экземпляры должны будут, как мы считаем, быть переданы во все общеобразовательные школы, естественно, во все филиалы библиотеки, в музей, чтобы эта книга была. Сейчас обсуждается еще, сколько экземпляров нужно сделать. Средства, конечно, мы в средствах ограничены, очень ограничены. Сейчас вот книгу мы примерно сверстали, книга примерно на 200 страниц. Это не такой маленький объем, не сказали, что сильно большой. Но вот по средствам мы еще обсуждаем, с каких статей мы могли бы эти средства привлечь. Пока это в рамках нашей программы «Культура». Потому что понятно, что там речь идет о наших назаровцах. Очень, ну, то есть есть семьи, хотелось бы им, может быть, даже подарить эти книги. Не только в библиотеке, чтобы они воспользовались, познакомились с ними. Поэтому, наверное, здесь надо нам будет подумать и обсудить. Тираж, средства и, может быть, какую-то часть там благотворительность, спонсорские деньги, кого привлечь, чтобы, ну, максимально обеспечить доступность вот этой книги.